Знаете, как мне нравится вот этот отдел, но только если не смотреть на ценники. Вот без ценников он мне очень нравится. Боже, какой канделябр. Вы поглядите на это великолепие. Ой, какая красота. Хрусталь. Ой, красота неописуемая. Глядите, какие вазы. Вот нравится мне вот это все такое эдакое. Ну, конечно, Мурана. Конечно. 3000 ваза. Никто не хочет вазу за 3000. Ой, какие эти. Вот эта мне посуда очень нравится. Дорого, богато. Стекло с цветами. О, Господи, хоть бы не торкнуть. Не толкнуть его. Ой, вот смотрите, какая красивенная ваза. Боже. Изумрудная. И сколько это счастья. Оно бесценное. Боже, а вот смотрите, какая это. Столик. 14 тысяч. Недорого, да? А подсвечник 2 тысячи. Годинник 4500. Ну, ну то ж. Це не ціни високі, це ми мало заробляємо. А ось отак, що-то об'єднам, 1900. А ну, или вот, наприклад, а, ну, це набор, извините, 2000. Боже, ну що, золотом обшита, чи що, я не пойму. У мене в кухні літні такі бутилки є. Купить шнурочок, пов'язати. Так, ладно. Не, ну без шуток, вот это очень красивая посуда. Прям шикарная. Прям шикарная. Помните, как раньше у нас были эти люстры такие? Очень красиво. Очень-при-очень. Вот квиты у них не обновлялись. Я каждый раз заглядаю сюда, все то же самое. Я раньше там когда-то была, вырвала здесь красивую орхидею, ветку, поняли, в обычную живую орхидею, купила искусственную, по типу такой, только белую, ветку большую, втыкнула в горшок, и все, и у меня на подоконнике вечно цветущая белая орхидея. Ну так, лайфхак. И издалека никто не скажет, что то не настоящее, все, я всем кажу, что настоящее. Цветет и пахнет круглый год. Так, что еще? Ой, гляньте, какая краса. Ой-ой-ой, мне нравятся котики. Гляньте, какие красивые. Статуэточка. Гляньте, какой котяра. Ну, вот это прям работа. И не 3000, а 600, 648 гривен. Котики. Так, ладно, поехала я далее. Так я хотела на цветочки дойти, а потом хутко вспомнила, что у меня закінчився порошок. Но капсулы, честно, я уже устала от капсул. Я хочу что-то новое. А новое, значит, в эпицентре. Вот это новое. И по акции. Бачите, последнюю забираю. Ну, запах такой себе, но я отзывы почитала, вроде неплохо. Италия. Италия. Еще я вагалась по вот этому Вейксу. Болгария. Ну, сказали на это. Не особо. Вот это новинки тоже. Короче, вот это, сказали, тоже классный израильский, но ценник, видите, 800 гривен. Значит, беру на пробу вот этот Spuma di Campagna. Короче, Marsiglia. Marsiglia какая-то с каким-то мылом. В общем, отзывы мне пока понравились. Попробую. И цена красивая. За 2 литра 200 чем-то гривен. Бо уже эти капсулы надоели. Ариэли, персилы уже, ну, понимаете, ни о чем. Стираешь, короче. Уже можете сказать, что я перебираю харчами, колерно. Ну, я хочу что-то эдакое. Вот это порошок я еще не покупала. Это концентрированный гель. Вот. Так, хозяйка. Поехала по цветошке. Опять я свернула. Опять вспомнила, что у меня сливочное масло закончилось. И только в эпицентре, когда я бываю здесь, и когда оно бывает здесь, я беру... Ох, нету. Ох, нету. Нету. Волошковое поле только
80 с чем-то процентов. Вот так само с вот этим, поняли? С кусочком масла 100% вершков должно быть написано, но только жирность больше. А здесь 62,5, маловато. То, что 80, вообще шикарно. Но нету, нету. Ладно, другим разом. Все, теперь точно на цветочки. Опять нет. Опять нет. Опять я вспомнила. Сейчас, вот. Боже, если вы когда-нибудь попробуете, вы больше не захотите ничего другого покупать. Тунец фирмы Calva. Испания. Это самый вкусный тунец. Я вам зуб даю. Молочный. Я серьезно говорю. Вот это самый вкусный тунец. В салат. На бутерброд. Мы чаще всего делаем утром на завтрак на бутерброды. Сытно, вкусно и полезно. Вот так. А, цену я вам не глянула. Господи. В акции 169,90. 170 гривен. Глядите. Угу. Угу. Очень вкусная, честно. Новый год убран. Все. Чемоданы, качели, барбекю, цветочки, все, что хотите. Стульчики. Ой, как мне нравится вот эта мебель. Я балдю, боже. И ценник убрали. Спасибо, хоть ценник убрали, чтобы не расстраиваться. Оно такое красивое. Очень красивое. Уже выключите эту Asian Please. Значит так, царство, садовый центр, место релакс, место силы и вдохновления. О, орхидеечки. Я просто вами полюбуюсь. Просто вами полюбуюсь. Покупать не буду. Вот это никогда не берите. Не берите, лучше чисто белую. Це раскудахталась, да? Берите, не берите. Красота. Ой, гляньте, какая это красивенная, боже. Вот это природа, да, создала какие эти цвета. Ой, оазис, прям оазис. Оазис красоты, гляньте, какая новенькая. Еще будет это раскрываться. Ой, прелесть, прелесть прелестная. 2400 прелесть. Ох, красавицы. Ой, вот эти мне очень нравятся. Смотрите, они закрученные. Боже. Великолепие. А это прям глянешь и прям весна. И прям весна уже просится. Глядите. Ой. Как анютины глазки. Как они правильно называются? Антуриум его. Антуриумы. Вот такой у меня когда-то был антуриум красный. Но им, блин, надо специальная влажность. Просто на подоконнике они не цветут. Ну, у нас точно не цветут. О, боже. Боже, как... вот это для меня самое красивое. Это белая орхидея. Посмотрите, какая красота. Изогнутая. Ой, какая прелесть. Это просто безумие. И вот это какая-то новинка, глядите. Видите, какие нежные лудзи. Боже, здесь вот это чудо. Это продается? Распыливач кемнатный. Ой, класс. А какая его цена? Распыливач для кемнат. 289 гривен. Вот этот цуцик. Ну, красивый такой. Красивый. Стекло, потому что... Ой, а вот какие свечи, гляньте. Ой, какая красота. Ой, семена. Ой-ой-ой, меденила какая-то, гляньте. Тут еще, знаете, такие цветы, которых в жизни не видел. Гляньте, какой красивый кожистый лист у нее. Обалдеть. Куча семян уже навезли. Морковки, перчики, бурячки.
О, перчики и петунии. Я же хотела. Хотела. Золоте диво. Ні, не хочу я золоте диво. Надо якесь професійне взяти. Гляньте, какой фиолетовый перец. Ха. Помидорки. Боже, как хочется уже домашних помидорок, да? Я в Арусе иногда покупаю эти черри, все. Вот эти обычные вообще не беру. Так, а где профессийная? Не могу найти петунию, но глядите, что я нашла. Если это то, что я хочу, то это просто супер. Я в том сезоне искала пеларгонию в коралловом цвете. Это так красиво. Это так красиво. Я вам не могу передать. Так, не написан цвет. Карминная. Это какая? Ну, похоже на эту коралловую. Сейчас я загуглю. Ну, короче, если это она, 5 штучек семян, я возьму и выращу. Сейчас посмотрю в гугле, коралловый ли этот цвет. К сожалению, нет. Это как красный. Ну, оттенок чуть-чуть другой, но это не коралловый. А жаль. Ну, может быть, в этой серии такая тут нету. Может, в других есть? Сейчас я еще поищу. Как мне хочется коралловую... Коралловый этот калачик. Пеларгонию. Бегония, гляньте, какая красивая. Красивая. Ее даже высаживают на улицу. Ну, что ж такое, нет. Как красиво сделали на темном фоне, да? Цветы, как сразу это, видно, какой цвет. Прям контраст такой. Молодцы, удачно подобрали этот фон. Так, еще. В общем, Валентина помельтешила по рядам. Проконсультировалась. Это не коралловая. Она больше красному такая. Ну, оттенок красного темный. Хотя на этом она выглядит как коралловый цвет. Но нет. Значит, что я набрала? Глядите. Азарина. Горлянка повзучая. Загуглила. Короче, очень красиво. Она плетется и очень быстро заплетает какую-то опору. И плюс красивые у нее колокольчики фиолетовые. У меня такого не было. Взяла на пробу. Взяла петунии. Я же говорила, да? Меня не попустила. Буду сажать, высаживать на рассаду. Махровая, крупноцветковая петуния. Красная и розовая. Брала по чуть-чуть, не нормами брала. Не на гектары брала. Для себя, для души, для настроения. Взяла на рассаду, выращу цинерарию. Знаете, такие низкорослые, серебристые такие кустики. Очень красиво смотрится, ними красиво делать окантовку, клумбочек, бордюрчика. В общем, неприхотливое, красивое растение. Огурчики для Любчика, для деток. Посадила огурочки не для сына, не для дочки, а для спекуляции. Супер Бэйби F1. Брала вот этой фирмы семена Леда Агро. Это Голландия. Девочка-консультант сказала, что хороши. Ну, поверила. Наивная. А может и хороши. И упаковка просто понравилась. Так, профессиональное насенье взяла желтый помидор. С того сезона желтый помидор. Прям, что такая вкусная тень. Никогда раньше как-то, ну, не придавала значения. Красный-то и красный помидор. А попробовала желтый. Ну, может быть, просто, знаете, такой сорт попался. Они безумно сладкие, безумно вкусные, мясистые. Обалденные помидоры. Вот так. Так, дальше. Лобелия. Только голубая. Есть фиолетовая, есть ассорти, есть розовая, белая. Для меня только голубая. Вот голубая самая красивая смотрится во дворе в горшках. Не знаю, почему у меня так. Давно искала рожево-белую сумиш.
пампаська трава. Вы знаете, какая это красота? Это как к злаковым относится. Она как трава растет. Но прикол в том, что вот эти ее китыцы вырастают. И даже зимой у нас у соседей есть стоит такой куст. Эта трава никуда не падает. Она просто примерзает. И вот эти китыцы стоят обмороженные, замерзшие. Но так красиво смотрятся, поняли? Это вообще, это просто сказка. Если я буду проезжать, не забуду про вас, то я покажу вам, как это смотрится. Это просто великолепие великолепное. Вот скажите, у кого есть такое, кто видел? Это просто красота. Злаковая травка. Никогда не садила, первый раз буду пробовать. Дальше перчик. Турбин какой-то желтый. Желтый взяла и взяла красный. Вот. Вот такая покупочка у Валентины. Небольшая, но начало положено. Еще бы земельку выбрать какую-то. Ямкостя у меня есть, куда садить. А вот земельку... Земельку я вам так скажу. Сейчас проеду. Земельку я вам так скажу. Самую обычную. Но надо, я покупала и дорогую, и грунт, и не очень. И все одно, одно и то же. Вот это полиски взяли и посадили. Все. Это для чего? Субстрат универсальный. Сейчас посмотрю для рассады. Ключевое это температура, свет, ну и удобрение, если хотите. Вот. Ну, это по цветам, вот точно. Грунт такое себе, а вот удобрения имеют значение, имеют роль брать, конечно, подороже, получше. Но грунт, не знаю. Я брала дорогой и не очень, и разницы сильно не ощущала. Так, сейчас я поищу для рассады именно грунт. Тут не проеду. Ну, вот полиский грунт, ай грунт. Не знаю, может, я что не понимаю. С биогумусом 57 гривен. Сейчас я поищу для рассады. Вот. Ну, короче, вы поняли. Весна. Организм уже просит сажать цветочки. Универсальный. Вот это ж, наверное, да? На основе торфу. Флорио тоже неплохая. Кстати, Флорио классная фирма. Неплохая, а классная. Я петунии сажала в их землю. Мне понравилось. Ну вот его и возьмем. Все, воцарила. 66 гривен за 20 литров. Все, наверное, хватит. Стаканчики, емкости у меня есть, куда сажать. Начало положено. Вот так. Буду сажать огурочки, перчик и цветочки. Все. Так, как я и хотела. Хочу еще сказать, что вот эта фирма Рассасол. Здесь были еще бутылки. Сейчас только вижу почему-то в пачках. Честно, не знаю, кто производитель, но... Очень классное, Бельгия, да, очень классное удобрение. Я в прошлом сезоне брала, подкармливала цветы. Мне очень понравилось, прям очень. Рососол называется. Увидели, да? Рососол. Только было в бутылках. Я для цветочков брала жидкое. Сейчас, вот он. Вот, смотрите. Для любых, для цитрусовых, для орхидей. У меня для орхидей вот такая. А мне сейчас надо для пеларгонии взять. Они у меня после зимы стоят сейчас в офисе. И им надо помочь после зимы выйти красивыми. Так, а что это? Цены квитучи. Наверное, надо универсальное какое-то сейчас. Не вижу. Вот универсальное. Минеральное. Да, забезпечує швидке наростання точок росту та бокових паганів, покращує бутонізацію. Вот, вот это і візьму, універсальне. Вигідно брати большу, 0,5 літрів, 0,2, чуть-чуть дешевше. Так, все. Вроді все. Зараз ще пройдусь, кружок зроблю і уїду. Все, управилась. Купила то, что хотела. Немножко цветочков, немножко огурочков.
немножко... чего еще немножко? Продуктов? Немножко прального засобу. Вы все видели. Всем, кто досмотрел аж до самого конца, аж до сюда, огромное спасибо. Огромное. Я вчера смотрела свою статистику канала. И знаете, что я вам скажу? Что 90% меня смотрят регулярно, но не подписаны. Вы представляете? Вы представляете? Вы входите в эти 90%? М? Я вас дуже благаю, дуже прошу. Пожалуйста, подпишитесь. Что это за непорядок? 90% без подписки. Я не знаю, что это робиться. Подпишитесь и не будете пропускать все новые видео. А видео будет много, вот так я говорю. Вот так. Я на низком старте. Всем спасибо за просмотр. Кто ставит лайки, вы вообще святые люди, я вам отвечаю. А кто подпишется сегодня, завтра у вас будет новость дня. Вот так я говорю. Все. Всех обняла, всех поцеловала. Увидимся в следующем видео. Пока.